В Беларуси завершился этап формирования участков для голосования. Как сообщили в Центре избиркома, на территории страны в общей сложности создано около 5500 участков для голосования. Не позднее 25 января будут сформированы и участковые избирательные комиссии. В Лидском районе образовано 63 участка для голосования, определены места нахождения участковых комиссий и помещения для голосования. Соответствующее решение размещено на официальном сайте Лидского райисполкома и новостном портале «Лида Ньюс Бай». Сейчас активно идет процесс выдвижения кандидатов в депутаты. Напомним, всего белорусы будут избирать 12 624 депутата, из них 110 депутатов Палаты представителей. Остальные станут избранниками в местных советах депутатов.